Приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас 13 ноября 2023 года. Спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил о том, что оккупанты поставили на паузу использование калибров. Он отметил, что враг не применяет крылатые ракеты из-за проблем с логистикой, передислокацией ракетоносителей и самих ракет. Цитирую его слова. «Пока мы наблюдаем лишь одну единицу вражеской корабельной техники в Черном море и одну в Азовском». Я все-таки придерживаюсь немного другого мнения, его я выражал в своем вчерашнем вечернем ночном видео, так сказать. Значит, я считаю, что калибры они сейчас не применяют для того, потому что накапливают, чтобы у них было большее количество этих калибров, и начнут они их применять во время комбинированных атак на нашу энергетическую инфраструктуру, атакуя бомбардировщиками Ту-95, Ту-22, и атакуя одновременно калибрами с моря. Это лично такое мое мнение. Мне кажется, вот они просто ждут этого похолодания, ждут момента атак массированных, и чтобы атаковать, то есть разным видом вооружения, и шахедами, и калибрами, и с бомбардировщиков. А как оно будет на самом деле, будем видеть. Подписывайтесь на канал, до встречи в новых видео, всем пока.